Jaya Shashi Suta Jaya Kalyanita Shadvamimata Buddha Om Yat Purushina Harisha Deva Yajyana Dangada Asangrasya Siddhasyam Vishma Ima Sharadgari Om Sartasya Sankaridaya Trihasakta Samida Pita Это традиция очень необыкновенная, очень яркая. И я привлеклась этой традицией 6 лет назад. И с той поры я очень счастлива. Моя жизнь обрела гармонию, счастье. И поэтому вся моя семья, мой ребенок, мой муж, мы присутствуем на этом празднике. Вы можете видеть, что все больше и больше людей тоже присоединяются к этому празднику, потому что он несет в себе очень чистые духовные эмоции, которые не омрачены какими-то суетными материалистическими концепциями. Сколько на минуты на две, да? 2-3, okay. Не больше 5 минут. Прям туда смотрим. We have been celebrating this Sri Krishna Janmashtami for 20 years in Russia, but the celebration has been going on for centuries and millennia in India. Krishna was born some 5,000 years back in India, and he spoke Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is one of the main scriptures for the Hindus, and this Bhagavad Gita proclaims him to be the supreme Lord of all creation. So basically we are celebrating the appearance of God in our life, in our heart. God is the most powerful and the most beneficial being in all creation, and he comes here, not so often, but sometimes, to proclaim the victory over the evil forces in this world. So basically we are celebrating this Sri Krishna Janmashtami to help us to overcome the evil tendencies in our heart. That's the main meaning of this celebration. Every one of us has dual nature. We have the divine nature and demonic nature. And these two natures are fighting with each other. So God comes in our life to help the divine side of our nature to obtain victory over the evil side of our nature. My name is Bhaktivedanta Goswami. This is my initiated name. And I am the chairman of Krishna Consciousness Movement in Russia. I forgot to say that there are thousands of people who are coming here. I don't know if it's necessary to say. Вот сюда. Не, вот здесь вот ее.
Сейчас я узнаю тогда. У вас нет шестерки? Попробуйте тоже. Вы что-то просто съесть. Он вообще не работает? Работает. Он другой. Он работает, но другой. Ни сил не хватает на это. Подожди, снизу. Щелкай снизу сначала. А я как два? Потому что сверху натягивает сюда. Ой! Там, где работают переходы.
Коробку там одну нужно. Om Yat Purusha Nahaisha Deva Yagyanadamada
Асангасья Сидасьям, Бишма Идма Шарагарихи, Ом Сактасья Санпаридая, Трисакта Самида Прита, Девая Дьяхьян Танвана, Аватнам Пурушам Пашум, Ом Камитягьян Бардиши Прокшане, Пурушам Джарата Махарада, Тена Дева Аясанта, Садья Ришая Шае, Ом Тасмадьян Сарвахуда, Samhitam prasharajam, vasukam takam shakre vayavyam, aranyam gramirashaye, om tasmat yatyat sarvahuta, ichasamani yagnire, chandakam shi yagnire tasmat, yajus tasmat ajaeta, om tasmat ashva ajaeta, yekesha vajara, kavog yagnire tasmat, tasmat sharajavaya, Ядалю, Кадиром, Ятаупаян, Мукам, Димася, Кампаху, Кабуру, Параду, Чене, Ом, Брахана, Сямудаши, Бабура, Чая, Крия, Куру, Кадаши, Ятайша, Бабьярам, Сумра, Чая, Ом, Чандрама, Мадаса, Чана, Шакша, Сумра, Чая, Мукады, Браша, Мишча, Bye.
Кришна, Кришна. Кришна Джанмаштами – это удивительный день, который отличается, пожалуй, от всех остальных праздников тем, что он имеет чисто духовную основу. То есть он не привязан, по сути дела, ни к национальности, ни к каким-то культурным особенностям конкретного народа. Дело в том, что Шри Кришна Джанмаштами – это день явления Верховной Личности Бога. То есть Бог один, по сути дела, все религиозные традиции обращаются к одному и тому же Богу. Вот. И в Индии это понимание присутствует до сих пор. Вот. И этот день, день явления Шри Кришны, отмечается там уже более 5000 лет. Вот. Я лично праздную этот праздник уже больше 20 лет здесь, в России. Вот. И, в общем-то, вы можете видеть, что все больше и больше людей как бы тоже присоединяются к этому празднику, потому что он несет в себе очень чистые духовные эмоции, которые не омрачены какими-то суетными материалистическими концепциями. Наверное, в этом секрет этого праздника. Меня по паспорту или... Хорошо. Меня зовут Ананда Говинда Дас. Это мое духовное имя. С праздником. Вы из России? Я из России. А если можно по паспорту? По паспорту? И другой. Хорошо? Сначала. Меня зовут Ананда Говинда Дас. Это мое духовное имя. А в миру по паспорту я Андрей. Спасибо большое. Прославить тех, кто следует этой традиции. Это традиция очень необыкновенная, очень яркая. И я привлеклась этой традиции 6 лет назад. И с той поры я очень счастлива. Моя жизнь обрела гармонию и счастье. И поэтому вся моя семья, мой ребенок, мой муж, мы присутствуем на этом празднике. Вы представьтесь, как вас зовут? Мое духовное имя Мадхава Нандини Девидаси. Я ученица Локанатха с вами. А так, мое имя Шестакова Марина. А еще раз, можно духовное имя? Мадхава Нандини Девидаси. Спасибо. Сейчас еще минуточку поставьте, пожалуйста. Давай. Мадхави. Мадхави. Посмотри на. Это тоже есть духовное имя? Да. У нее имя Мадхави. И имя дал мой духовный учитель Локанатха с вами. Он сам проповедует в Индии.
Иногда раз в год он приезжает в Россию на фестивале, и когда она родилась, он дал ей духовную. Как присваиваются эти имена, момент рождения? Момент рождения духовный учитель, он благословляет ребенка, как мы просим благословения на все самое благоприятное, и духовный учитель дает имя ребенку. А мы уже взрослые люди, они получают в момент посвящения, когда принимают на себя духовные обеты и собираются совершенствоваться в своей духовной жизни, идти на пути. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Хорошо, что христианство дает имена святых. Павел, Петр. Родители, которые повторяют эти имена, они этим очищаются. И атмосфера становится более духовной. И у нас дают имена запредельного Бога, то есть который не в космосе, все святые в космосе, а это за пределом. И когда люди называют именами своих детей Говинда Гопал, они повторяют, очищаются, и обязательно в этой жизни, если они повторяют Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, потому что только имя в этот век спасет. И сказано еще, Христос сказал, пусть светится имя Твое, с каждым дыханием славьте Господа. И сейчас Прабхупада такую милость совершил, он проехал по всему миру, по всем континентам, дал имя, просто пойте, когда человек просто Харе Кришна, Харе Рама, Харе Бол, душа танцует, и он начинает Харе Кришна, Харе Рама, Харе Бол, и так пусть весь мир затанцует, и никакой 12-й год нам не нужен. Все будет в мире духовное, только поднятием духовности можно спасти себя, окружающих. Ты стань духовным, ты все вокруг тебя спасутся, и мир спасется. Это известие несите по всему миру. Спасибо. Как вас зовут? Ягья Дачи. Ягья Дачи. А по паспорту слуга имя? Изабелла. Спасибо вам большое. Очень интересно. Так в свое время мама не стала меня крестить имя. Не это. И не понимала. Мне сейчас сказали И-С-А. Иса. Иисус. Поп не знал. Вот что такое незнание. Мама плакала, что я не крещенная была. Но теперь, слава Богу, я Яги. А Яги – это отдать свою жизнь служению Богу. Проповедь. Да, у Юры я так отдал. Три, раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Один, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два. В этом проще будет в метро прыгнуть, а если так. Алло. Здравствуйте.